Высадилась я на необитаемой части острова под названием Париж. Вот перешла на сторону океана и хочу поплавать с маской. Гид сказал, что вот до того места, где волны разбиваются, очень безопасно плавать. Вода такая тихая и спокойная. И там вот много камней, я думаю, что это кораллы. Между ними должно быть много рыбок. Ну вот посмотрю, что я там увижу, потому что со стороны океана я еще ни разу не плавала с маской, только в лагуне. И вот здесь такой пляж красивый, белый песок, и пальмочки тянутся. И вот ширина этого острова такая маленькая. Вот с той стороны уже виднеется бирюзовая водичка. Это лагуна. То есть вот такая вот полосочка земли. Очень-очень узкая. Вот пальмочки там тянутся по всему пляжу. Белый-белый песочек. И вода выглядит очень-очень чистой. Ну все, пошла я плавать.
утра я плавала вон возле того краешка острова. Вот, а сейчас все-таки вернулись в лагуну. И я вот еще хочу с маской все-таки в лагуне поплавать. Здесь, мне кажется, рыбы такие больше разноцветные. А в океане много, стаями целыми, но какие-то все одинаковые. Ну вот попробую еще здесь, и вода здесь мне больше все-таки нравится. Вот сейчас уже середина дня, и вот она прям просвечивается. Но сейчас очень высокая вода, потому что время прилива. Temperatura, oh, mia sol temperatura.